что так. Дорога тут так проложена, а сверху самолеты едут. О, поезд. Это коротенький. Сдает машину, сейчас поменяет на другую, а мы пока пойдем в аэропорт. Надо пообедать, мы уже катаемся, давно катаемся. Лаванда ушла. А у меня она не взошла. Это не знаю, сколько лаванды. Сейчас она расцветет и будет красотища. А тоже вон я смотрю, где взошла, где не взошла. Фонтаны работают. Вот. Мы сейчас пойдем пообедаем. Вот сюда вот. Танюшка, закажи мне, пожалуйста, больше. С Егоркой. Егорка фотографировался прошлой осенью с этим водолазом. Вот. Бабушке заказать, бабушка пусть ждет. 40 минут ждать. Не, ребята, это так дело не пойдет. Очень долго. Пошел прокат оформлять. Без машины в Черноморском никак. Люди встречают. Ну вот. Сели в другую машину, но точно такую же. Беленькая, почему такая же? Ну, та серебристая, это беленькая, да, разница. Автомат, а это механика. А, вот, сколько. Вроде посвежее. Мне лишь бы эти колеса не были бы этими квадратными. С этими квадратными делами. Так, что-то как-то мне тут неудобно. Телефончик укладывается. Едем в город. Куда мы едем? В Ашан мы едем. Господи, как я давно тут не была. Что ты говоришь, давно не была? Год 4. 4? Больше, года? Наверное. Курочка. Ребенок есть хочет. Курочку и что еще ты хочешь? Итальянские есть, и грузинские есть. И пюре. И пюре. А что записано? Цифровая бытовая техника. Читай город, антрикот, пурпур, философия масса красоты. И... Много чего написано, Зайка. Отстегивайся. Горидзе. Для нас с Сашкой что-то очень высокий стол. Я провалилась. Да выход, конечно. Ну как же без выхода-то? Как без выхода, Сань? Кричит моя пицца. Я говорю, тебе не многовато будет? Горячая. Горячая? Водой. Теплая. Теплая. Ну как не зайти? Ну. Саша, не уходи. Открывай, не уходи. Я не могу.
меня положи. Надо большую брать телегу и его сажать. Да, есть у тебя сын, положи все. Сашу волнует только чупа-чупс. Меня бы так посадили. Захотели ребята испанского вина. Крымское не очень. Им испанское надо. Девчонки, помните Хвончкару? 2500. Это здесь. Это такая. Много кинзы мараули. Молодость. Я теперь в магазин вообще хожу без удовольствия. Вообще. Сейчас съела грузинское блюдо. Картошка с мясом. Да еще острая. Ой, не знаю, что будет. Съела две таблетки мизима, который 20 тысяч единиц. Ой, ну как вкусно. Ой. Ладно, посмотрим, что будет с моей поджелудочной. Джентльменский набор. Вино испанское, бананы. Там чего там, уже не вижу. И перчатки со скотчем. И сковородку купили другую. О, какой вид тут с дороги. О, вид. Вот тебе и вид. Забор. Что ж вы меня так тревожите-то? Я с своими развязками, да? Пап, я съел. Что настроили тут? Крысяне. Пап, я съел батончик. Или люди как-то из перепугала. Ребенок съел батончик. Да ну. Слопала. Вкусный. Да. Раньше тут был просто тупо перекресток вот здесь где-то. Что-то все поворачивали, какие-то были пробки. Я помню, первый какой-то вообще бред, какие-то развороты. Я помню, гаишник калитки под затыльник дал. Прям под затыльник? Ну, он так не сильно, но так. Что она нарушала? Ну да, но она никак не могла сообразить. Здесь где-то что-то какой-то разворот был непонятный поперек дороги. Пересечение, машины встречки едут, тут пробки. Ну, и вот он был, гаишник тут стоял. Ой, вообще жесть. Она голову там в окно высунула, он ей так... Да, теперь понастроили. Понастроили, понаехали. Как в кафешке. Понаехали. Понастроили. Дороги такие ровные. Все вибрации. Раньше раз едешь, у тебя колеса квадратные. Квадратные, да. Несешься, только шель стоит. Тут едешь, все трясется, вибрирует. Наделали дорог хороший. Наши все машины ремонтируются. Такие мы это как, ну что, поехали. Всем
смотреть нечего пока. Не, хорошая, конечно, дорога, что говорить вам. Все разделено, как положено. Все что-то строится блестящее. Нет, тут такие названия есть. Вот с Севастополя, когда едешь в аэропорт, приятное свидание. Ну. Много таких, да, красивых. Сразу вспоминается песня Антонова. Сойду, там Виноградная. Про улицу? Ну да. А тут поселки так называются. Тучки спели. Тучки, ну не зря дожди-то. А, ты в новый центр хотел, да? Что ли? Я ее спрашиваю, говорю, в новый центр, конечно. В новый центр. В новый центр я вообще не была лет 6. Вот съездишь. Как мы сюда переехали в Черноморск один раз. Съездили. Все. Сосенки, сосенки. Что за куст желтый? Я не знаю, как он называется. Они тут везде растут, эти кусты желтые. Я все сижу и думаю, интересно, у меня видео там загрузилось? Нет. А если нет, что делать? Писать жалобу Байдену. Байдену? Да. Ясно. Нет, опять звонить, наверное, Дане. Дань, спасай. Ну, вот он где-то тут же, да? Кто? Новый центр, вон там. Я сюда налил. А, ты сюда? Что за новый центр? О. А что это за здесь за новый центр? Налево, который на перекрестке, туда синий большой. Ты переехал, что ли? Другой налево, туда есть центр, какой большой тоже торговый центр. Мне почему-то казалось, что он тоже новый центр называется. Нет? Не знаю. Я вот этот помню. Я не помню, как он там называется. Там как он называется. О, я проехал нахрен. Куда? Или нет? Куда проехал? Ты чуть мимо не проехал, сынок. Ты не представляешь. Почему? Ты чуть не проехал. Оказалось, все нормально. Представляешь? Представляю. Все хорошо. Представляю. Вот и отлично. Прям, походу, прям в тройничок снизу и вставляется. Вот так вот идет труба. Вот так идет труба наверх и в дом. А снизу такая вот хреновина с водичкой. А, понятно. И когда там что-то внутри происходит, что-то происходит, она туда. Это хреновина. Ну, и там трубы проржавели все вот от печки, которые идут. Я думаю, что надо все мерить, вымерить. И можно, потому что я думаю, что она не будет лишней, да, наверное, зимой. Как ты думаешь? Всяко бывает. Приедешь все равно, если не продастся ничего. Всяко бывает. Не бывает и нужна. И когда надо и у Валерия в Аленькином домике тоже жалеешь она. Мы приехали в новый центр. Он такой огромный. Здоровый, чего тут только нету. А белого цемента нету. Всякие штуки кованые. Что-то... Чего тут только нет. Смотри, какие металлические пластины. Да, много чего. А я вон льва увидела. Мне бы такую форму бы. Ну, не алюминиевую. Форму бы такую. Я бы понаделала. Всяких штук.
это ж просто разрыв башки. Куда? На пластиковую? Не-не, на железную. На входную. Я про входную. А. Или вот, смотри, какая прям под окраску. Прикольно. Приварить ее, типа, прикрутить. Ну, возиться с дверью. Дверь не сможем. Я про забор мы что-то там. Или вот такую, типа. Тоже прикольно. Такая-то интересная. Да? О, держи. Есть там на ней? Ничего на ней нет. Вот. Есть. Держи. А цена где? Охрен. Ложи, разберемся. И каких-нибудь, может быть, вензелёчков, хотя бы немного. Как ты думаешь? Мама. А. Каких-нибудь вензелей. Ой, не знаю, я как-то не это, это надо. Ну, эти не пойдут. Нет, тебе не. Подумать надо. Ну вот тут особо тоже не разгонишься. Или какую-нибудь такую хреновину. Раз, надо. Прихватить. Ну, она, собственно, выглядит хотя бы это, законченной. Цельная, да? Сверху справа ручку такую. Да? Да, а то а вот эти вот что, из них же что надо делать? Что такая стоит? А хер знает. Надо. Тут, во-первых, нету никаких этих вывесок. 500 рублей. Ну, вот тут, это. Только нету. А, вон с наклейкой. Есть здесь наклейка? Ни хрена тут нету. Вот есть. С наклейкой. Наклейка такая, конечно. Не про... Это тоже такая же, да? Вон дальше есть. Вот, нормальная наклейка. Вытаскиваем. Ты что там в плену застрял? Ребенок, не вылезай, посиди, тут садись, так далеко идти. Опа, садись. Давай, рули все тогда, поехали, давай. Вези, отец, такая она тяжелая и едет в сторону все время. В сторону? Да, так и норовит налево. Укатить. А может быть вот такую, знаешь, нет. Может быть, типа равнозначную, посерединке. Вот такую раз, сели, опа, и пум. И все. Как ты думаешь? Да и такая хорошо. Так это же больше болясь. Я бы на краях бы что-нибудь зафигачил. Чик-чик. Чик-чик. Ну а что не чик? И сам заодно чик-чик. А чики? Чики, конечно. Вот. Надо померить. Я думаю, что надо найти размеры на этот, на, может быть, на балкончик, вместо того, чтобы там городить что-то из дерева, раз, прихватили и все. Я бы еще раз сюда прикатил, в свете договориться. Все будет нарядненько. Вентилятор, ну на, потрогай. Это не вентилятор, на него наматывают, ну вот эти вот веревки, видишь, Саш? Ну вот эти всякие наматывают, вот они, видишь, катушки такие. И тут метры считаются. А что это? Я тебе говорю, веревки вот так наматывают. А как уросятся? Ну как я тебе вот сейчас объясню, Саш? Так, ладно, мои золотые. Уже сил никаких нет. У меня телефон садится. У меня, правда, еще один есть. Все, я приехала. Не-не-не-не-не. Нет, поедем. Ты сейчас будешь убегать, лови тебя. Сейчас еще надо маму найти. У нас мама в цветы. В да, в цветы. В цветы ушла. Другой вентилятор искать, поехали. Теперь к раскопульту надо.
Сашуля, не вылезай, зайчик. Да. Ой, у меня аж глаза уже устали. На все это смотреть. В Черноморском быстро отвыкаешь от цивилизации. По-разному. Надо как соберешься, так и мы. Я не знаю, там какое положение дел будет по деньгам. По деньгам не знаю, что там будет. Поэтому пойду, не А Танюшка у нас ушла туда, где растения. Сейчас мы походим и пойдем к ней туда. Ну ладно, мы все-таки так, куча мешков. Все. Ой, зайки, как я устала. Пошло дело. Совочки, какая-то неубиваемая за бешеные деньги грабли и метла. Одна палка, но, в общем, короче, меняет. Ну, лопата какая-то дорогущая. Костя говорит, это самая лучшая лопата в моей жизни. Тебе тоже надо. Что я копать ей буду? Я копать не могу со своей ногой. Ну, в общем, ой, ну... Ребята, вспомнил про шланг. Побежал шланг искать. Швабру не нашли. Хорошую. Нету. Ой. Но надо же, нет белого цемента. Пока нет, говорят. То ли с Турции не подставляют. Непонятно. Уже хочется в машину. И домой. У меня там видео загрузилось или нет с 6 утра. Я же переживаю, как я вам видео буду выкладывать, если они не выкладываются. Сейчас приеду, надо будет Дане звонить. А то сегодня уже будет вечер, а видео ни одного нет. Одни переживания, девчонки. Таня все-таки и швабру нашла. Я просто прям отказываюсь покупать дорогущую швабру. Нашла такой консенсус у нас с ней в этом вопросе. Ой. Костя так и пропал. Ушел за шлангами и все.